Алексею Гаскарову 30 лет. Он окончил финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Занимался экономическим консалтингом. Антифашист. Член Координационного совета оппозиции. Непримиримый борец с несправедливостью. Он, как всегда, действовал легальными методами, без радикализма. Конечно, таким сознательным гражданским активистом не могли не заинтересоваться в ФСБ и в Центре по борьбе с экстремизмом. Они уже пытались посадить Алексея по делу о химкинских заложниках. Ведь лес защищать – это, как вы понимаете, родине вредить. Суд тогда оправдал его, но несколько месяцев Алексей все-таки провел в СИЗО. 6 мая 2012 года Алексей Гаскаров, как и многие недовольные действующей властью, участвовал в марше миллионов. Напомню, в разрешенном мирном марше. Когда начались массовые задержания на Болотной площади, он спросил у ОМОНовцев, что вы творите? В ответ получил удар резиновой дубинкой по лицу. Повалив его на землю, бойцы ОМОНа стали избивать ногами. Гаскаров получил рваные раны головы. Врачи наложили ему 3 шва. Гаскаров был задержан как подозреваемый по болотному делу за, внимание, применение насилия в отношении представителя власти. Перевернутый мир. Наш басманный суд доказал, что белое – это черное, и вновь засадил невиновного, но неугодного власти человека за решетку на 3,5 года. Получается, что если тебя избили бойцы ОМОНа на мирном марше протеста, а ты посмел после этого написать заявление в прокуратуру, то в отместку власть засаживает тебя за решетку. Там же за решеткой Алексей женился на своей любимой девушке Ане. Но видеть жену он может только раз в 3 месяца. Алексей сидит уже 2 года. Поддержать его – дело каждого порядочного человека и гражданина. Поверьте мне, когда ты в заключении, каждый голос свободы важен для тебя. Каждое упоминание, знание, что тебя не забыли, что тебя ждут.